Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд, а иначе сам Джейсон сделает на тебя... Не смешно, время пошло! Друзья, всем здорово, с вами Кузак, и сегодня мы с вами продолжим играть в пятницу 13-е. Сегодня вас будет ждать не совсем обычная каточка. Да, сегодня не будет каточки за Джейсона. Но не отчаивайтесь, потому что сегодня будет прям крутая-крутая каточка за вожатых. Где, к слову, я вам дам такой спойлер небольшой, мы попытались убить Джейсона. А смогли это мы сделать, либо нет, вы увидите в этой серии. Так что все, не перематывайте и смотрите. А кто хочет себе такой же сасный 150 левел, который дает 20 лямов очков прокачки, с помощью которых можно себе перки прокачать, которые играют немаловажную роль в игре? Или вы, может быть, хотите вот такого вот красавчика? Блин, да все это можно приобрести в моей группе по прокачке ВКонтакте «Пятница 13-й». Там я делаю и Савини, и кручу 150-й левел. Все делаю лично я. Выполнение заказов примерно 10-15 минут. Уже многие купили прокачку, так что не отставайте, тоже закупайтесь и будьте самыми крутыми в «Пятнице 13-й», да. Ссылочка в описании на группу. Ну а теперь я все сказал. Смотрите очень эпичную каточку за вожатых. И всем приятного просмотра. Так, ну что ж, играем за Ванеску. И здесь сразу рядом с нами Томик. Это очень даже хорошо. Мы его сейчас сразу вызовем. И никаких потех, и все хорошо. Давай, вызывайся. Замечательно. Друзья, я надеюсь, что вы успели прожать лейк за 5 секунд, потому что это, во-первых, для меня мотивация снимать пятницу 13-е, потому что кто, как не я, снимаю я сейчас ее. Ой, что я сказал? Ну вы поняли. Я к тому, что ее никто из ютуберов не снимает. Только мы с вами в нее играем и поднимаем как-то игру с колен. Так, Ванеска, Ванеска. Красивая моя девочка. Попадись тебе что-нибудь хорошее. Было бы замечательно. Но ничего нету. Ничего нету в этих домиках. Хорошо, что хоть Джей нету. Меня это радует. Такс. Вот так вот. Закрываемся. И везде сразу биты лежат, как этот перк поставил, он сразу стал ненужным, да, типа? Спасибо. Абсолютно пустое все. Абсолютно все пустое. Давайте хотя в туалет зайдем за аптечкой. Было бы хорошо. Так, мои аптечки! Мои аптечки! Эй, Джей, сука. Закрыто все. И здесь тоже все пролутали. Офигеть. Я понял, я понял, я понял. И ни одну аптечку не оставил. Вот хитрый жук, а. Все себе забрал. Ладно, пусть будет ружье лучше, чем бита. Перк вообще не пригодился. Но он только урон увеличивает, но... Она и так слабенькая. Что там ей 8% прибавит? Не, если бы 80, то да, было бы замечательно. Он пока еще никого не убил. Пока еще никого не убил, это хорошо. Может, Эйджей уже пойдет установит, не? Эйджей, пойдем установим Акум-то. Или подожди. Эйджей! Пойдем установим Акум. Прикрою. Топливный бак уже там есть. Остались только ключи. Так, капканов тоже нету. Странный человек тогда он. Что не расставил? А, нет, стоит капкан. Если нет аптечки, тогда брось его просто. Не, он хитрый жук, блин. У меня-то аптечки... У меня просто аптечки нет, братан. Ребят, есть аптечка? Человек плох, который чинит. Есть, 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 есть. А у меня месячные, охуеть. В крови, блядь, пизды. Да, давайте я дам прокладочку. А ключики есть? Блядь, ключи у кого-то. По-моему, ни у кого нет. Забавно, забавно. На нахуй, баскетбол ногой. Мне нужна оружка. Вот, хотя половинка, марионетка. И еще бы ключики. Ну, это тоже неплохо. Абсолютно неплохо.
И карта неплохо. Замечательная бухта. Люблю бухту. И еще вот это, да, офигенно. Так, кого он там убил? Тот, кто говорил Kiss My Pussy, да? Ну, нормально, да. Ключиков так и никто не нашел. Хорошо. Плохо, точнее. Ладно, если сейчас найду, то это будет джекпот, а я отсюда уеду нафиг. Все будет хорошо. Ведь знаю точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможным. Ну, о чем я и говорил, друзья. Все, уезжаем. Братан, идем за мной, у меня есть джекпот. А хотя это англичанин. Ну, да ладно. Уедем сейчас хорошечно. Просто по-лучшему. Давайте, 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 давайте. Давай, садись. Садись, 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 садись. Все, все сели? Уезжаем. Нормально. По-братски чисто всех взял с собой. Ну все. Нормально. Машина фул. И мы все уезжаем. Далеко и надолго. Бля, все равно я что-то не успел остановиться. Ну да ладно. Так, у меня в руках пистолет, да? Блядь, какой пиздец, какой я лох, блядь, последний. Зачем поспешил чисто, да? Блин, мне барушку. А где он? А, вот он. Его бы два раза останете, все. Но без оружки этого делать... Не вижу смысла. Да, оружек ноль. По нулям все. По нулям, по нулям. Пойду забитый. Хотя он мне особо не поможет. Мне кажется, сейчас без меня просто уедут такими темпами. Так, где я там биту оставил? Здесь вот. Биту мою забрали, охренели. Просто охреневшие создания. Он возле машины. Ну, это кемпер, короче. Против него с петардами играть и с ружьем там со всяким. Блядь, да ты дура вообще. Почему, когда не остается у него этой фигни, она сразу роняется? Ну вот хотя бы так. Хотя бы так. Ну вот, уезжает засранец. Уедет сейчас без нас. Сделали тачку. И уже все. А что нам-то делать? Все. Уехал. Ему пофиг, да, вообще? Ему абсолютно пофиг. Сбежал один тупо на тачке. Смотрите на него. Так, а что там еще-то? Нечего уже делать. Вот еще одни ключики. Хотя все живы. Все здоровы. Дай-ка перелезу-ка я. И пойду отсюда подальше. Пусть он там разбирается со всеми. Да, еще одну тачку делать, это вообще жесть. Ну, кстати, его можно убить. Кстати, его можно убить. Типа маску ему вроде сняли, как я понял. Я, правда, на нее не смотрел. Но там было на карте написано то, что ему сняли. А может его грохнем нахуй? Но там было написано то, что вот мигает на карте маска. Я хз, вроде сняли. А почему-то она у нее не снята. Здесь мачете. Блин. Как будто маска у нее забаговалась. Вот и все. Пошел, грохнем.
Да, мы сейчас его идем убивать. Я ее взял. Да ему капсда, короче. Надеюсь, что здесь его хижина. Здесь его хижина, не? Нету здесь хижины его. Мне кажется, она где-то тут. Где-то она должна лежать. Не лежать, а быть. Ну, каточка затянулась реально, так что лайк, друзья. Вот его хижина. Я не знаю, надо нажимать на маску, когда входишь, чтобы завязалась она, не? Либо так просто заходишь. Блять, где вход-то? Вот вход. Так, ну все. А, еще топорик. Ну все. Осталось дело за малым. Осталось тупо дело за малым. Томик жив, хорошо. О, господи. Потненько. Это Томи? Томи, это ты? Нет, это не ты. Прикрывай меня. Бля, где Томми-то, а? Тварь обоссанная. Так, надо восстановить хпшки. Ребят, вы где? Я все сделал. Нашел. Томми, пошли. Я взял свитер, да, остался Томми с мачетой. Где Томми с мачетой? Я там. Томми у меня. А где вы? Мы где бежим? Давайте быстрее, ребята, вы где? Бежим, бежим, бежим. Вот там, где туалет рядом, да? Осталось 2 минуты. Мы должны успеть его убить. Он там где-то. У Томми есть мачете? Он еще сейчас испарился, нас боится, наверное. Я залагал! Я залагал! Я залагал почему-то! Да, такому я не... А почему я залагал? Почему у меня барышня залагала? Я нажал, и она залагала. Пятница, блин. Я нажал, она просто залагала, ничего не... Я все понял, я не хочу в эту игру играть. Блять, у меня она залагала, я нажал на Q, и она очень не шевелилась. Никак. У тебя свитер был уже, да? Да. Ты не залагал, там анимация сработала, он же, типа, тебе мачете бьет, он там это остановился, куда должен был. Я подойти не успел. Я далеко просто был, ты не вовремя это типа сработало. Я далеко очень был. А типа, если тебя рядом нету, то из этого я. Нет, анимация, если у тебя свитер, анимация так и так срабатывает, когда типа на тебе свитер там типа ударить хочет, потом типа. А почему я шевелиться не мог? Сейчас повтори, пожалуйста. Ну так, когда, смотри, ты свитер одеваешь, когда он по тебе ударить хочет, он типа останавливается мачете. Я должен в это время подойти, типа должен к нему мачете ударить, и все, там уже анимация убийцы срабатывает. Нет, сначала я должен его на колени с помощью топора положить, и потом ты его бьешь мачетой. А я не смог его ударить, потому что у меня барышня зависла, когда я на Q нажал. Она тупо зафризилась. Так бы ты успел. Я уже не помню, маска должна у Джейта у Томми быть или нет. Stupid Jason. Да вроде без разницы на маску. Она у меня была. Ребят, напишите, у кого должна быть маска. Кто знает. Но это был бы такой контент сейчас. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Когда не позвоню и дышим им унисон и набираем, я люблю, ты далеко, далеко смеются даже небеса. Нам нелегко, так легко, и верю я в чудеса.